Троллейбусы – отличный предновогодний подарок. Символично, что пришел он в юбилей троллейбусного депо. 50 лет назад вышли на линию первые троллейбусы. Было их всего 15. Сейчас читинцев обслуживает 58. Так что 30 новых машин – это серьезная замена троллейбусного парка. Сегодня мы находимся с вами на замечательном мероприятии. Сегодня мы присутствуем на знаковом для нашего города событии. На линию выходит первые 5 троллейбусов. Из 30 троллейбусов, подаренных Чите мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Профессионалы отмечают, что новые троллейбусы более энергоэффективны, чем их предшественники. Они оснащены кондиционерами, удобны для людей с ограниченными возможностями, светлые и надежные. Летом там будет не жарко, а зимой тепло. Комфортнее управлять, потому что все на электронике. Мы уже тестировали, и хорошо. И яма объезжает, и по полицейским ездит. А в плане безопасности? Да, тут оснащены двери, что не прижать никого. И для инвалидов, я думаю, удобно будет. А вот если в плане комфорта для пассажиров, теплее будет? Да, теплее здесь, и кондиционеры на летний период, и зимой печки теплые. На сегодняшний день в троллейбусном депо работает 823 человека. Это крупное предприятие с перспективами дальнейшего развития. Администрация Читы разрабатывает новые линии движения троллейбусов. Помимо обновления подвижного состава, разработана проектно-сметная документация на продление троллейбусной линии в поселке Каштак. Перспективы запуска троллейбусов на КСК также разрабатывается. Проектно-сметная документация и проходит экспертизу. Новые троллейбусы с более низкой посадкой, значит, удобнее будет заходить. И пусть они уже эксплуатировались в Москве, находятся троллейбусы в хорошем техническом состоянии. И, положа руку на сердце, скажем, что на сегодняшний день ни у троллейбусного депо, ни у администрации города нет средств на обновление троллейбусного парка. Так что 30 машин – это действительно хороший подарок, который позволит экономить на материально-техническом обслуживании и снять с линии старые троллейбусы. Да и Читин будут довольны. Дорогие работники муниципального предприятия, Денис Евгеньевич, я бы хотел от себя лично, от администрации города Читы выразить вам слова благодарности и сказать огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете. Ту работу, которую вы несете в развитие нашего города любимого. Юрий Житлухин, Николай Шумков, ЗапТВ.